Сегодня стали известны имена новых обладателей журналистской премии имени Семена Ильгера. Эту престижную награду профессионального сообщества 14 января на торжественном собрании в честь Дня печати получат моя коллега Ольга Петрова за цикл «Чебоксарские адреса» и журналист Национального радио Владимир Егоров за программу «Неиссякаемые родники». Премию учредили еще в 1974 году. Ее присуждают ежегодно за лучшее произведение, посвященное проблемам науки, культуры и экономики. За вручение премии Ольги Петровой конкурсная комиссия сегодня высказалась единогласно. А такое, говорят, бывает крайне редко. Цикл программ «Чебоксарские адреса» выходит на нашем канале уже 2 года. Он рассказывает о памятниках истории и архитектуры. За это время была снята 21 серия. Печатные версии выходили в «Советской Чувашии». Эту рубрику там уже назвали самым успешным совместным проектом газеты и ГТРК «Чувашия». Работа на телевидении командная, и автор разделит премию с режиссером программы Ильей Коршуновым, а также операторами Павлом Еретиковым и Владимиром Синдеевым.